Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить кетчуп. Кетчуп из кабачков. А рецептом со мной любезно поделилась моя соседка Тамара. Кетчуп по этому рецепту получается невероятно вкусный. Итак, начнем. Кабачок моем, очищаем от кожуры, даже если кожура мягкая, все равно чистим. Разрезаем и если будут семечки внутри, удаляем их. Нарезаем кабачок кубиками, а затем нарезаем лук. Нарезанный кабачок и лук отправляем в кастрюлю с толстым дном. Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Вот уже прошло 10 минут. Уже немного выделилось сока, теперь добавляем сахар и перемешиваем. Ставим кастрюлю на огонь. Когда закипит, уменьшаем огонь до минимума и варим под крышкой минут 25. Никакой жидкости в процессе приготовления мы не добавляем. Кабачки будут тушиться в собственном соку. Вот уже наши кабачки стали мягкие. Смотрите, сколько жидкости выделилось. Теперь необходимо погружным блендером взбить до однородности. Добавляем томатную пасту, сухой чеснок, гвоздику, корицу, а черный перец и перец чили добавляйте по вкусу. Кто-то любит поострее, а кто-то нет. Перемешиваем и добавляем уксус. Опять все перемешать. На этом этапе можно чуть-чуть попробовать и отрегулировать по своему вкусу соль и перец. И снова ставим на огонь, на минимальный огонь минут на 20. Периодически помешивайте, чтобы не пригорело. Кастрюлю лучше накрыть крышкой, так как при кипении кетчуп начнет брызгать во все стороны. Будьте внимательны, чтобы не обжечься. Ну вот, наш кетчуп из кабачков готов. Какой же он вкусный! Никто даже не догадается, из чего он приготовлен. Я готовила половину рецепта. Полный рецепт будет в описании. Сохраняйте рецепт, делитесь им, готовьте. Приятного всем аппетита и готовьте с любовью!